Одним из главных вопросов прошедшей сессии Петросовета – это изменения в бюджет города Петрозаводска. Около 900 миллионов рублей придут из республиканского бюджета и будут израсходованы в основном на вопросы социального характера. Что меня радует, это именно вопросы социального характера, на которые пойдут эти изменения. Увеличился и поступление бюджета, расходы на почти 890 миллионов рублей. И эти деньги придут нам из республиканского бюджета и будут израсходованы в основном на вопросы социального характера. Это ремонт учреждений культуры нашего города и также реализация мероприятий по проектам местных инициатив в различных районах нашего города. Так, например, в Каменном Бору будет реализован один из проектов на Куковке у филиала 4-й поликлиники, у лицея номер 13, также на Перевалке у 11-й школы и у 36-й школы тоже будет благоустраиваться проект по местным инициативам.